Подводим итоги матча «Кафе Италия» Марракеш. Победа итальянцев со счетом 5-3, да? Если я ничего не упустил. Почему 5-3? Да-да-да. Чингис Расулов. Иван Веселов. Чингис, ну, давай начнем с тебя. Опять какое-то, как и вчера, какое-то такое сонное начало. Какие-то глупые ошибки в обороне. Напропускали голов. Почему такой первый тайм? Давай начнем с него. Ну, опять же, раздевалку нам сначала не дали. Парни не настроились, как положено. После вчерашнего поражения немножко, так сказать, упали духом. Вот. Слава богу, второй тайм. Ну, я так понимаю, психологический урок был перенесен на перерыв. Скажи, какие слова нашел Максим Михайлов, что вы прямо как сумасшедшие забегали в начале второго тайма, сразу же забили два мяча? Ну, это то, что он сказал про стрелы, решили игру, как то, что у нас не получалось в прошлой игре. Он нам сказал, что надо попробовать. Ну вот, вышли, забили сразу два мяча и решили, наверное, игру. Вань, ну, неплохой первый тайм еще, вроде как раз и по солнцу, да, ваш вратарь играл, и выиграли его 2-1. Что произошло во второй половине встречи, почему так она разительно отличалась? Не усыпил соперник вашу бдительность? Нет, не усыпил. Просто такое ощущение, что сегодня ребята забыли о том, что бывает такая вещь, как прострел с фланга. Потому что как бы каждый в штрафную летел, его там встречали вот с такими открытыми глазами. То есть, как бы, ну, вот, с прострелами, к прострелам мы оказались не готовы. То есть во второй тайм мы не усыпились, мы нормально выходили собранно, но просто вот так бывает, что выходишь, и тебе сразу два дают. Вот и все. То есть вы после такого резвого начала соперника сразу два мяча уже не смогли вернуться в игру? Нет, почему же? У нас в конце второго тайма были моменты, чтобы забить. Лично у меня не получилось. Еще был момент. Нас как бы это не то чтобы подломило. Ну, естественно, мы подрастроились, мы как бы продолжили играть. У нас были моменты. Просто не повезло сегодня чуть с реализацией. То есть как бы итоговый 5-3, но могло бы быть все иначе. Ну, как ты считаешь, победа «Кафе Италия» сегодня закономерна? Я думаю, что да, потому что то есть в кратчайших отрезках Италия решила сегодняшний матч. То есть как бы вот эта вот трехминутка, наверное, во втором тайме в начале. Как бы у нас были такие же отрезки, но мы в них просто не забили. Выигрывает тот, кто забивает. Все. Чингис, ты как считаешь, результат по делу? Конечно. То есть у нас было еще больше моментов. Мы могли больше намного забить, но мы много во втором тайме еще простили. Они как бы все полетели вперед. То есть мы могли и больше намного. Вот. Поэтому, да, все закономерно. Ну, смотри, остался последний матч у вас с Урицком, вашим конкурентом по пьедесталу. Вы располагаетесь на втором месте, Урицк на третьем. Какие ожидания? Будет очень сложная игра, у нас максимальный настрой, то есть никаких расслабонов, как в последних двух играх, не будет. Будет битва. У вас, Ваня, кто там остался с последней? Фантазия, какие ожидания? Да у меня нет никаких ожиданий. Расстроился? У меня же от чего? От этого результата. То, что мы сегодня проиграли? Ну, не могу сказать, что я в припрыжку выбегу из сегодняшнего интервью, после сегодняшнего. Да я не то, что расстроился, но как бы... Не, бывает, что как бы результат негативный, но игра... Ну, хорошо, к примеру, 1-1 с упущенными 100% в матче с Урицками, я остался ими больше доволен, чем сегодня. Просто сегодня как бы одинаковые голы пропускать довольно разочаровывает. И потом еще вот ключевой момент был, когда наши ребята в центре защиты, уже как бы отобрав мяч, начали друг друга его подпихивать. И в итоге Чингис, по-моему, ты как раз-таки забивал это. Или Расул. То есть как бы это вообще, конечно, смешно было. Но ничего, мы сделаем выводы. С фантазией мы выйдем более собранно, как это было позавчера против Невского. То есть против Невского мы смогли отыграть, сконцентрированно от звонка до звонка. Сегодня не получилось. Сделаем выводы, работаем над ошибками и будем обыгрывать фантазию. Спасибо за ответы. Удачи в дальнейшем.